Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Ну что, матч, подбор соперников. Надеюсь, без приключений все у нас произойдет сегодня. Уэлкер. Welcome to hell, парнишка. Я тебе так кратенько это скажу. Так, после четвертого хода нельзя больше здесь разыгрывать карты, поэтому поехали. Ага. Оу, черная пантера. Че, морду ему подкинуть или че? Ну, давай морду, наверное, подкинем. Сюда же. Че, кто там? Лизард. Лизард облизард. Ну, постоянный эффект мы ему сможем убрать ведь, да? Или не можем убрать. Так, карта в руках каждого игрока. Плюс один к стоимости. Чу-чу-чу. Давай так сделаем. Чу-чу-чу. Так, а это постоянный эффект? Да, это постоянный эффект, поэтому... Сделаем вот так вот. Космо поставил. Так, дальше. Что у нас там делает? При раскрытии удваивает силу этой карты. Ну, давай я так сделаю, наверное. Удвоим силу карты. Сколько будет? 8, да, получается? Ну и последний ход. Что мы здесь можем делать? Дума, наверное, я поставлю. А, все, он сдался. Он здесь сдался. Так, мне сказал подписчик один: Рэй, ты слишком сильно зависишь от Вонга в этой колоде. И я не могу не согласиться, друзья мои. Да, в этой колоде я сильно завишу от Вонга, но иногда бывает, что и без него выигрываем. Так, дай-ка я заберу тут свои награды. Ну куда ты? Ну что ты? Ну кредиты-то мне дайте. Где мои кредитушки? Вот они. 50 маленьких моих кредитов. Так, ну тут какое-то улучшение. Пока я не могу сделать его. Замечательно. Ну что, поехали дальше. Поехали дальше играть. Эх, какую-нибудь колоду хочется, ребята, новенькую, свеженькую создать. Ну вот не знаю какую. Есть у вас какие-нибудь планы по этому поводу? Если что, напишите мне в комментариях. Какую-то хочется такую, знаешь, чтобы в ней было все и для всего. Сюда я, наверное, поставлю. Карнейдж. Седьмой ход. Эффекты при раскрытии. При раскрытии срабатывают дважды. Давай так сделаем. Сломали. Ну что, Вонга ставим, да? Потом белую тигрицу, получается, да, ставим?
Ну, даже если он сожрет их всех. Если сожрет. Ход гоблин, да? А это постоянный эффект? А, нет, это при раскрытии, ребят. Последний ход. Он же 0 стоит? Нет, он 5. Сюда бесполезно что-то ставить уже, ребят. Давай так, наверное, сделаем. Так. Итак. Заблокировать получится, если кто будет хорошо. Зря я вот это сделал, конечно. А нет, не зря. Не зря, друзья. Все прекрасно. Все прекрасно. В данный момент получилось у нас просто. Вначале каждый опускается на 3 уровня. Ё-моё, не было. Нифига, ребята, не было. И тут Гамора. Ну, Гамора, ладно, вот не было. Как-нибудь такой, как-нибудь потом. Как-нибудь потом. Сейчас пока не хочу. А что за загрузка-то идет? Блин, неужели сейчас надо идти и обновлять игру? Блин, не особо бы мне хотелось, конечно. Нет, пока не надо обновлять, ребят. Пока все нормально. Но надо будет обязательно зайти и обновить. Угадай, кто вернулся? Нир. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет стража к вам в руку. Постоянные эффекты здесь удвоены. Что-то уж больно какая-то у меня тут дорогостоящая колода выпала. Так, будет седьмой матч. Ход седьмой. Ладно. Ангела можно убрать, да? Давай так сделаем, наверное. Пускай там набирает этих хламонов. Ай, Нарина, найс. Я так сделаю. Если он думает, что это хорошо, то... то я его обрадую. Это не очень хорошо. Что у нас там потом? Дум пойдет? Поехали. Теперь Дум. И последний ход, ребята. Последний ход. И что сделаем? Как мы сделаем в последнем ходе? Так, наверное, да? И... и вот так. А там посмотрим, что он будет делать.
Ну все, задумался парень. Ну давай, 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 быстрее, соображай, парнишка. Давай, быстрее, быстрее, давай. Мне некогда на тебя любоваться. Он, ребята, тупо решил сдаться. Ну, точнее, даже не сдаться, а тупо просто ушел. Надеюсь, никакого обрыва связи нету. Тогда победа за нами. Все, ребят. Чистая победа. А, все-таки он здесь был, ребята. Вон он там в конце пятюню дал мне. Дал пятюню. Ну, типа сказал, отличная была игра. Благодарю тебя, Рэй. Вот типа того. Так, а я хочу, знаешь, что, зайти в коллекцию и посмотреть, какие у меня карты. Какие у меня карты хотят прокачаться. Кло, что ли, хочет? О, кло может прокачаться, ребят. Хм. Да ультраредкой кло прокачать. Ну, как-то такой себе, да? Давай магнетто. Лучше прокачаем. О, хранилище. Новый аватар, друзья мои. Кстати, аватарку, да, надо поменять. У меня эта аватарка... Еще как мы только начали играть, я аватарку так и не менял, ребят. Можно взять гоблин. Ну, давай гоблина возьмем. Ну, почему бы и нет. Так, а вот где вы говорили, меняешь этот? А, вот, титула нет. Чуть-чуть до ранга не хватает, да? Давай вот так вот. Отлично. Поехали. Поехали, поехали. По кочкам прыг-прыг. По досочкам скок-скок. Опять мне так повезло с картами. О, еще и магнета выпал. Ну, ядрен, матрен. Ну, ну... Ты посмотри, ребят. Просто халява. Блин, я не знаю, что делать. Давай подождем. Коллекционер. Фух, даже не знаю, что делать. Ну, давай вот так, наверное, поставим. Космо, пускай стоит. Что-то мне кажется, что здесь я сфейлюсь. Уничтожить я... Ну, хотя почему не могу? Могу... Если сюда поставлю, да? Если сюда поставлю. Так, он что-то там тоже выставляет. Пятый ход.
Давай я так сделаю. Просто интересно, что он будет делать. Апокалипсис. Так, ну и последний ход у нас. Так. Апокалипсиса я уничтожить не смогу. Я могу только вот так вот сделать. Хоп. И все. Да. И я там думал, он что-то там мутит, а у него фигня полная. Вообще бредятина получилась. А у нас все получилось хорошо, все как надо, ребят. У нас все четенько, как в аптечке. Может быть, даже лучше, чем в аптечке. Ну, шикарно, шикарно получилось. Разыграли все, как по ноточкам получилось. Так, дай-ка я... Морда, неужели? Неужели морда прокачаться решил? Ну, наконец-то, ёк-макарёк. Морда. Эть, и капельку нам не хватает, чтобы получить хранилище коллекционера. Хотя... Блин, Небула. Хочу, ребята, Небулу получить. Мне бы хотелось бы посмотреть, что там не хватает. Ну, не то, что... Какие у нее статы, что она вообще делает. Ханах. Ханах, ёпперсоты, ёпперный театр. Ты назывался бы хоть как-нибудь по-человечески. Это ханах. Типа, иди нах. Иди нах. Ай, ханах, блин. Давай я так вот поставлю. Сделаем ему добор карт. Почему... А, с наименьшей теку... Все, я понял. Это, с наим... Это самое наименьшее, что у него было, да? Ладно. Квазимода ты несчастная. Что бы сделать-то? Как тут лучше сделать-то? Давай-ка, наверное... Космо сюда поставлю. Фига ты тут нараскидывал. Я буду знать, что у тебя апокалипсис. Для него мы что-нибудь другое специальное приготовим. Что-нибудь такое, например, вот этого, да? А тут как сделать нам? Два, три, два, три. Ну это броня, блин. Давай так сделаем. Я не знаю, ребят, как лучше. Что-то как-то заведомо проигрышная какая-то колода. Скинул, да, там картишек целую орду. Пятый ход. Давай так, наверное, сделаю. Я не знаю, как тут еще, ребят, сделать лучше. Вонг. Вот я уже и подумал, почему я именно
Сюда его поставил. Так, ну что, он там Вонга, да, значит, хочет теребунькать. Ях, а нет, он ходит. Он ходит первым, у него, точнее, открывается карта быстрее. Плохо, ребята, что у него карта открывается быстрее. Кого я заберу? Этого. И... Chevy Chase. Ай, на один балл, ребята, на один балл перебор. На один балл всего лишь, а, друзья? Ну как так-то? Не, Магнета хорошо он сыграл здесь. Я, ребят, ничего против него не имею. Ну на один балл, ну притянул шмару какую-то, понимаешь? И все. Притянул эту леди, блин. Нир. Да что этот Магнет-то все лезет-то ко мне, блин, в руку-то с самого начала. Ну... Блин, как поменял себе эмблемку, пошло, как говорится, незадача. О, обменится руками в начале следующего хода. Сейчас будет сбрасывать, ребята, карты все. Так, ну что он там может сделать? Я, наверное, поменяю, сломаю ему здесь все впечатление, которое он хочет сделать. Никаких обменов не будет. Так, ну а дальше что? Дальше ставим белую тигрицу. Ну и Дум. Поехали. Чё? Последний ход. Ходим мы, да? Ходим мы, поэтому я сделаю, наверное, вот так вот. Так вот. Мы же ходим первый, да? У нас вставится блок. Сам себе поднавредил зачем-то, ребята, я. Вот зачем... Скажи мне на милость, зачем мне надо было делать вот это вот? Зачем вот этого хмыря я поставил? Глупость, тупость, я не спорю, ребята. Просто тупанул. Зачем? Я когда уже потом... Я же подумал, что он стоит в броне. То есть в броне как бы он не пробьет. Но в броне-то стояли у меня этот... Короче, ты понял, да? Что если он в броне, типа, на него не будет действовать баф? Это же надо было так тупануть. Конечно, будет баф действовать на него. Сам виноват. Так, ладно, давай посмотрим сейчас какую-нибудь карту, которую мы можем улучшить. А что за карта? Ох ты, ох ты, давай. Дьявольский динозавр. Дайте карту мне, пожалуйста, а. Не надо мне ваших вот этих вот.
Да нафиг мне твои 300 жетонов, блин. Ёпрасете, ну. На, говорит, 300 жетонов тебе. Вот нереха растереха, а. Че там, после четвертого хода нельзя больше разыгрывать здесь карты. Пятен за свое, а. Берете, так, с базовой стоимостью 1. Давай морду сюда поставим. Халк превращается в карту Халк. Вот так вот. Рубит всех там налево и направо. А у меня есть Шан-Чи здесь. Если ты еще не в курсе. Так что твой Халк отдыхает. Иди отсюда. Вуджен. Давай. Росомаха. И последний ход, друзья мои, будет выглядеть вот так. А он Хэлло. Так его тоже, что ли, рисанет? Нет, не вышло у него ничего. Вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Хэлочку он поставил, думал, Хэлочка его спасет. Нет, друзья мои, не спасла его Хэлочка. Потому что у него он мало уничтожил карту себя. Вот и все. Не килл. Сможешь... Что? Сможешь? Сможешь подбросить меня, бро? Смогу тебя подбросить. Здесь сила самых сильных карт удваивается. Шан-Чи надо туда ставить. Так, Хавк. Соколиный глаз, истребиное яичко. Если вы разыграете так. Поехали. Сокулика бомбить будем, ребят. Йонду тоже бомбить будем. Короче, единичек натырил. И довольный такой сидит, сияет. Ох, думает, как же я сейчас хорошо вырвусь. Но на самом-то деле никуда он не вырвется, ребят. Понимаешь? Никуда. И это тоже тебе не поможет. Прекрасно. Что там такое? Что это? Ваша сила здесь передается другим другим локациям. Так она никуда не передастся. Ломай. Что дальше-то? Дальше сделаем так и, наверное, вот так. Кейдж, Лизард. Ракета. Последний ход. Подожди секундочку. Последний ход, а ну-ка давай, иди сюда.
Ханорик вшивый. Бэмс. До свидания. До свидания. Такой деловой, а. Ну что, ребят, наверное, последнюю партичку сыграем и будем потихонечку закругляться. Потихонечку. Не спеша, потихонечку. Так, получите копию карты из руки противника. Ну и что там? Дерьмо какое-то досталось, если честно. Просто дерьмо. А вот ему досталось от меня, наверное, хорошая карта, ребят. Утягивает две карты. Так, ну он сейчас побежит, сюда будет, наверное, как ошалелый. Ага. Что сделать-то лучше, наверное. Вот так вот. Это хорошо, что он веном. Веном с... А, ну это фигня, ребят. Ну что, сделаем так. Пятый ход, да? Погнали. Ну, это хитро, ребят. Тут сейчас что-то будет. И последний ход. Так, санспот. Это 2-6, а это сколько? Давай так поставлю. Доктор Дум. Да, мне не хватило, ребята, опять одного балла. Опять одного балла, твою налево, блин. Вторая игра, ребята, где одного балла мне не хватило. Там не хватило, когда перетянул Магнето. И здесь не хватило. Поэтому и взял я себе. Чуть-чуть до ранга не хватает. Чуть-чуть. Ну давай, агент. 13. Как-то опасно ставить этого чувачка сюда. Фиг знает, что у него там на уме. Шоквейв. Вон кто у тебя. Вон кто у тебя, пацанчик. Молодец. У меня такой же есть. Погнали. Так. Теперь сделаем вот так вот. Блю Марвел, ё-моё.
И последний ход у нас. Погнали, дума поставим. Угу. Так. Понятно. И что на вкусненькое здесь? Патриот. Не хватило. Нет. Не хватило. И здесь, извини меня, не на один балл. Тут дофига, ребят, ему не хватило. Тут ёк-макарёк. Так что тут без обидочек. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, достаточно будет. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.